Ну что ж, друзья, настало самое время расслабиться. Сегодня я буду говорить о всякой ерунде и шуршать кожаным пиджаком. Вот этим вот. Старый. Добрый, потрёпанный, кожаный пиджак. Видавший виды. Только вот какие виды он рассказать не сможет. Разве что по царапинам и протертостям можно узнать, например, на локтях или коленках, но у пиджака нет коленок. Также многое можно узнать по подкладу, возможно, его подкладывали под разные места, разные части тела, чтобы прилечь или присесть. Но если присаживаться на корточки, то подкладывать ничего не нужно. Потому что естественным подкладом служит обувь. Под подкладом я имею в виду что-то, разделяющее ваше тело и окружающий мир, разные поверхности. Иногда на них не очень приятно находиться. Например, на сырой земле или сырой траве. В таком случае кожаный пиджак с подкладом очень даже может пригодится. Если вы когда-то подкладывали под себя кожаный пиджак или какой-либо другой предмет гардероба, оставьте комментарий. Поделитесь опытом подкладывания. Сейчас нужно будет уделить особое внимание правому рукаву. Ну, неплохо. В этом пиджаке хватит места для второй моей руки. Но обе моих руки уже находятся в пиджаке. Я имела в виду, в этом рукаве хватит места для второй моей руки. Но моя вторая рука находится в другом рукаве. Также может хватить места под термобелье или большой толстый свитер.
И их тоже можно будет подложить. Очень даже приятно гладить настоящую телячью кожу. Возможно, также приятно гладить и настоящий полиуретан. Но в данный момент у меня в наличии только настоящая телячья кожа. Также есть своя кожа, но она человечья, а не телячья. Отлично хрустит. Что там насчет настоящего полиуретана или так называемой эко-кожи? Ну, можно, я думаю, купить, если общество вокруг вас настаивает на покупке кожи заменителей. Но мне кажется, потно одинаково и в полиуретане, и в настоящей коже. На коже чуть-чуть, совсем чуть-чуть лучше хрустит. Впрочем, это смелое заявление, и лучше бы мне провести сравнительный анализ полиуретана и телячьей натуральной кожи. Но опять-таки в наличии только натуральная кожа на данный момент. Что там у нас с одним плечом? Можно уже, думаю, приступить ко второму плечу. Хотя можно ненадолго остановиться на воротнике. И подойти поближе. Хрустит, как первый снег. О мыслях о первом снеге. Сразу хочется
закутаться, чтобы было тепло. Чтобы было тепло. Тепло. Очень тепло. Кажется, на этом пиджаке когда-то была молния, но на сегодняшний день от нее совсем ничего не осталось, только лишь маленькая тень. Так что звук молнии придется немножко имитировать. Или потереть зубы друг от друга. Вот так. Ну что ж, теперь можно приступить к другому плечу, так как мы уже осветили вниманием одно плечо, воротник, молнию, точнее остатки молнии. Теперь можно потрогать другой рукав. Другое плечо.
Как и обещала, я поговорила об ерунде и пожамкала кожаный пиджак или куртку. Я даже не знаю. Все эти телодвижения вполне могут поспособствовать здоровому сну. Так что самое время подложить под свое тело что-нибудь мягкое, на чем приятно лежать или сидеть, если вы спите сидя, и тихонько задремать. Ну, может быть, не тихонько, а очень даже грандиозно. На ваше усмотрение. А я еще немножко пошуршу, а потом будет темнота.